Смирнов, Артур, там команда Телеком. Сегодня проиграли с достаточно крупным счетом, но все дело в том, что не приехала часть команды, к сожалению. Вот, поэтому достаточно вышел слабый состав. Ну ничего, это закаляет, проигрыши закаляют. Я думаю, в следующих играх мы покажем все, на что способны. Спасибо, удачи в дальнейшем.